Общественное движение «Молодая гвардия» выступило с инициативой сбора подписей о запрете продажи алкогольных энергетических напитков. Чувашия не первый регион, который поддержал подобную инициативу. Уже в 12 регионах страны приняты законы о запрете продажи энергетиков. После сбора подписей мы планируем передать весь пакет документов правительству и руководству Чувашской республики, чтобы они увидели то количество людей, которые подписались и поняли, насколько это важно для нашей республики. Сбор подписей среди горожан ведется уже более 10 дней. За это время собрано около 3000 подписей. Поставил свою подпись. Наверное, потому что надо, стоит на сегодняшний день ограничить это. Энергетические напитки – это одно, а остальное, то, что содержит алкогольные вещества, кофеин с содержанием алкоголя, это на самом деле уже огромный вред. Ну а кто, если не мы? Кто, если не молодежь? Не знаю, спросите других людей, граждан обычных, которые уже где-то работают, и мало это интересно. А кто задумывается о том поколении, которое идет за нашими спинами? Естественно, только мы. В поддержку акции 15 февраля на заливе состоится массовая оздоровительная пробежка. Присоединяйтесь. Татьяна Леонтьева, Евгений Анисимов, Республика.